Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo Y52 сделать запись экрана. Давайте откроем шторку. Здесь находим пункт «Запись экрана», зажимаем, попадаем в настройки. Здесь можем и настроить, давайте будут у нас отображаться касания, запись звука, звук системы, микрофона, либо же и то, и другое. Качество изображения. Давайте поставим высокое. Можем отключить уведомления во время записи. И давайте нажмем «Начать запись экрана». Либо же можем это сделать. Так, стоп. Никак не могу попасть. Либо же можем это сделать, нажав на запись экрана вот тут. Все, запись экрана пошла. После видео можем ее всегда обрезать, в принципе. Можем поставить, например, на паузу и продолжить отсюда. Вот так это работает. Давайте прекратим нашу запись. Специально выдержу такие паузы, потому что на самом деле очень сильно обрезает видео наш телефон. Можем зайти в альбомы теперь. Альбомы. Запись экрана. Здесь находится наше видео. Давайте посмотрим. Запись экрана пошла. После видео можем его всегда обрезать, в принципе. Можем поставить, например, на паузу. Вот так это работает. Давайте прекратим нашу запись. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!